Завтра стрим, если и будет, то не по Властелину. Хотя, может быть, будет и не по Властелину, а может быть, не будет вообще. А послезавтра будет стрим, наверное, почему-нибудь еще. Короче, много игр выходит, и все нужно показать. Че она так орет? У вас нормально? А у меня орет. Вот это начало стрима. Да мы сейчас уже погоним. А почему тебя в Москву не взяли? Бармалей, если бы я хотел, я бы уже давно в Москву уехал. Но мне тут нормально, у меня тут вся родня. И если я куда-то и перееду, то точно не в Москву. Мне в Москве не нравится. Там слишком шумно. Там очень много людей. Я ненавижу людей. Я социопат. Я социофоб, я бы даже сказал. И когда я захожу в метро в Москве, вокруг меня толпа народу. Я хочу, короче, всех убить. Нет, ну я не хочу всех убить, мне просто некомфортно. Если бы я уехал, я бы уехал куда-нибудь к морю жить. В Анапу, Крым. Но я думаю, что просто надо жить здесь, потому что здесь очень много родных, и здесь мне комфортно. Вот. В Москве перебор людей, вот в СПБ норм. Ник Хайрлис, успокаивай себя. Там ровно столько же людей. Так, хорошо. Скрыть на тебя, подчиняю. А то мы тут... Он подчинился. Все, 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 сейчас пойдет все вот так вот. Вот это ты перебарщиваешь на самом деле. У меня хоть... Лол, его спас какой-то... Было без шансов за долю секунды. Боже, я обожаю этого орка. Кто это? Кто этот парень? Я влюблен. Я просто влюблен. Что происходит-то? Запей уже, к чертовой матери. Запей. Опай. Да подчиняйся ты, господи! Ау! Ребята, вы своего босса бьете. Походу, он не будет на нас работать. Ау! 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 Ну понятно, ясно, ясно, короче. Жадность, жадность. Пошел, сука, нахрен отсюда. Ох и дичь. Ау, ты же был отравлен. Стой. Ой, боже, ты меня реально уже упорол, парень. Да, именно этого я хочу от тебя. Прячься, Тален. Прячься. Я сейчас всю карту за ним пробегу, а потом его какой-нибудь граук сожрет, я тебе говорю. Где стрелы? Ни одной стрелы не вижу на горизонте. Не ешьте его, он мой! Не ешь! Думай! Хороший стоп-кадр. Не ешь его. Нет, нет, не ешь. Он мой. Мерзавец. Мой. Мое. Я успел. Моя пища. Любимый певец Бибер. Бибер, кстати, мне у него песня нравится. Это Baby, baby, baby. Хорошо, я еще думаю, уши ни у кого крови не пошли, но я думаю, что все нормально. Сколько можно было, твари? Это было сложно, я это сделал. Свой пацан. А вы говорили, предаст. Maybe I'll pick up a sword for myself. I could use a new toothpick.
pick your teeth later. Right now we need to Гриша, take the fort. Гриша. Ой, здравствуйте, со спины пришло тут. Так, это не очень хорошо, то, что оно пришло. А, опять начинается. Этот форт! Психота. Не ори ты так, спокойно разговаривай, ты выглядишь жалко. Так, не-не-не, не то делаешь. Ну? Не бей его, не бей его. Успокойся, родной, не надо, успокойся. Ну, Сереженька, успокойся, не надо. Сейчас милицию вызовут, пойдем домой, Сереженька. Молодец. Ух, вот его накрыло. That's the last of them, boss. Another attack will surely kill them. I hope so. This one was a blast. You fought very well. Told you I'd defend this fort like it was my own. Turns out it is. Это же был мой любимый замок. На что он надеялся? Ну, в смысле? Treason! We will retake our fortress. We will slaughter that wretched Olog and all who stand with him. And what of the ones who stand with us? Clearly their loyalty cannot be trusted. All who resist will be made an example of. Это было обидно. Кругом предатели. И куда ты побежал? Я, сука, правитель конченый. Я вообще хренею сам себя. Oh, no. Предатели, кругом предатели. Игорь, это не поможет. Я тебя забавлю. Ты в кустах хотел спрятаться от меня? Он вернется, пускай возвращается. Пошли дальше. Хорошая была лягушка, но я думаю, после этого он уже не вернется. Это, кстати, хороший шанс, ну типа скидывать их на скалы. Он летел и, кричал, ох, ноу. Ой, ладно. Куда побежал? Что это было? Это лучник сделал. Я тебя запомнил, лучник. Ну, если ты не умер, ты не мог умереть. Не поступай так со мной. But now, I have crafted a ring that is perfect. This one is pure. Pure what, I wonder? Видимо, у Даши там сегодня страшно. Даша играет в Alone in the Dark, который там 90 какого-то года. Я не знаю, чего там пугаться, но она боится. Успокойся ты, боже.
нашел, но я найду его такой. Ты посмотрел ее? О боже. Это не горение, это ядерный взрыв. Ты ядерных взрывов не видел. Это еще относительно нормально. Алло, гараж. Успокойтесь, может, нет? Алло. Вы что творите, полудурки? Так, Гриша, пошел нахрен отсюда. Алло. Сука, вы вообще не понимаете, что творите, да? Сука, вы просто конченые. Неподчинение мне касается смерти. Вы что творите, боже? Воткни ему свое копье. До свидания, полудура. Что-то не поделили, короче. Не поделили. Just stop it. Just stop it. No. Just stop it.